Количество людей, подлежащее скрининговому осмотру в 2014 году, составило порядка 20 тысяч человек. Вовремя пройденный осмотр позволяет выявить и предотвратить угрозу заболевания. Пройти скрининг просто. Необходимо лишь обратиться в поликлинику по месту жительства. Вся процедура безболезненная и занимает не больше 20 минут. Наш корреспондент Олег Великий расскажет, охотно ли горожане идут на обследование к врачу. По итогам 9 месяцев выполнение запланированного скрининга уже достигло 85%, а это чуть больше 16 тысяч человек. Жители города следят за своим здоровьем и охотно приходят в поликлиники на проверку. Если больные после момента выявления своевременно обращаются к специалистам, то можно гарантировать 80-90% оздоровления нашего населения. Зайдя в кабинет первым делом, человек проходит анкетирование. Затем ему измеряют давление, рост, вес, берут кровь на холестерин и сахар. Плюс ко всему снимают кардиограмму и проверяют глазное давление. И это только часть обследования. Довольно быстро все, и это не прям ни очередь, ничего нет. Обязательно надо проходить. Да, это человек, это здоровье должен проверяться, ну, знать, как что. Не так вот, например, в 5 лет раз пришел и все. Надо каждый год проходить. В день скрининговое обследование проходит от 25 до 60 человек. Проводится оно бесплатно. Сегодня роль скрининг-диагностики возросла. Пройдя осмотр, человек вовремя может позаботиться о своем здоровье и исключить риск возникновения болезней. Олег Великий, Манарбек Ушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК.